Сочи арт-проект проходит в четвертый раз. Некий диалог русской и немецкой культур представлен на единстве замысла и стиля при помощи новых художественных методов воздействия на зрителя и слушателя. В одном из залов художественного музея сейчас идет подготовка к открытию вернисажа фотографий и живописи «Горизонты движения». Эти работы выполнены сочинскими и немецкими художниками. У нас сложилась хорошая дружба и замечательные проекты с российскими искусствоведами. Мы обмениваемся знаниями, работаем над развитием искусства, создаем новые проекты. В Сочи мы уже в четвертый раз, и наш квадролог представляет собой целую серию интересных мероприятий. 4 ноября, помимо работ, представленных в музее, художники покажут свои фотографии и живопись на выставке «Ритмические параллели». Она развернется в международном аэропорту. А вечером в художественном фонде состоится перформанс по мотивам сказки «Братьев Гримм». В этом году квадролог продолжает развитие идеи культурного и языкового обмена. Так, например, сегодня в художественном фонде прошел музыкально-поэтический вечер «How do you do, мистер Маяковский» с участием поэта Даниила Да и автора политических песен Бернда Кюллера. Мы столкнулись с интересной задачей по сравнению переводов нашего гения на немецкий язык. Конечно, к сожалению, полностью перевести это невозможно. И тут уже, по сути, как бы получается интерпретация его на немецком языке. Плюс на это еще накладывается интерпретация самого Берта Келлера. А помогать ему будет виртуознейший гитарист Клаус Бессер Феррари. Завершится арт-проект 5 ноября выступлением в колледже искусств арт-группы «Сакрум» в сопровождении квартета имени Рахманинова, а также концертом «Лирика и музыка» с участием сочинских музыкантов и группы из Германии. Вход на все вернисажи и концерты свободный. Татьяна Говоркова, Борис Осин, телекомпания ФКТ.